жить хочу. Друзья, я собираюсь на рыбалку. Сейчас готовлю шашлычок, потому что буду жарить на рыбалочке шашлычки. Рыбалка у меня будет с ночевкой, поэтому обязательно нужна горячая еда. Я люблю шашлык, хорошо промученный в уксусе. Поэтому добавляю уксус. Если сейчас мне не понравится вкус, то я разбавлю его водой. Привет, народ! 3 января 2020 года. Сегодня моя первая рыбалка после Нового года. Первая рыбалка в этом году. Друзья, сегодня я приехала на реку Неман. И сейчас выбираю себе место для того, чтобы разбить лагерь. Позже я буду устанавливать закидушки на хищника. Я сегодня буду ловить судака и щуку на закидушке. Как-то так. Какое хорошее место. Это неплохое. У нас в Беларуси постоянно меняется погода. Сейчас у нас стоит мороз. Позже обещают небольшое потепление. Ночью вообще обещают мокрый снег с бураном и сильным ветром. Я не знаю, как будет. Собираюсь ловить хищника на закидушке, судака и щуку. Ну-ка, фу! Прекращай жрать траву, сейчас будешь кушать. Здесь очень интересное место. Мне кажется, что здесь может быть хищник. Почему? Потому что здесь вот выход из старичка у меня такого идет, как бы из затоки. Там дальше у меня заход достаточно большой старик. Здесь у меня непосредственно поворот большой и глубина. Наверху сегодня опять привязала палатку, ну потому что в машине реально не хватает места. Обоснуюсь, потом покажу, как вам, что я сделала. Сегодня я наконец-таки взяла теплообменник. В прошлый раз я забыла трубы. К сожалению, в этот раз я уже ничего не забыла. Поэтому будем топиться. Топиться, потому что ночью будут заморозки. Все, let's go. Хавчик. У меня целых две сумки. Раз, два. Спальник сегодня с собой. Здесь у меня на всякий случай удочки. Живцовая удочка. Фотоаппарат. Здесь у меня наживка, потому что я хочу завтра с утра пофидерить. Здесь у меня мои закидушки. Я их немножко переделала, чтобы на лима не ловить. Будем ловить судака со щукой. Даже бензопила есть, короче, на всякий случай. Там у меня канистрочка. Ну и у меня здесь вот моя палатка. Сразу сейчас я ее быстренько раскрою. Так. И разложим. Там многие трындели, что моя палатка слишком долго устанавливается. Так вот, ребята, я ее разобрала сейчас за 2 минуты. Это не проблема. Сначала фиксируются вот эти вот все дуги каркаса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И после этого сначала... Вот, кстати, в прошлый раз неправильно разбирала. В прошлый раз я первую вытягивала крышу. Вытянула сейчас сторону, гораздо легче уже вышла крыша. Проблем у меня ничего не составило. Поставлю здесь вот под деревом. Сейчас же зима, грозы не должно быть. Конечно, что летом под дерево палатку лучше не ставить. Вот, сейчас немножко подальше от дерева. Там кто, я не знаю, будет казаться, что как-то защищено все больше. Потому что хочу еще сверху накинуть свой влагозащитный тент. Короче, ночью просто обещают, что будет мокрый снег, дождь.
погода будет не очень, поэтому надо защититься от дождя. Вот. Место, конечно, прикольное. Вот, интересно. В прошлый раз место было интересно. Ну, просили ездить по дикарям, будем ездить по дикарям. Почему? Потому что сейчас зима. Зима у нас такая не шибко крутая. Лед не становится, лед еще хороший не стал. Что остается делать? Дома я не хочу сидеть, поэтому я приняла решение ездить на такие вот рыбалки. Для себя интересно, новые места раскрывать, на хорошие реки. Будем ловить всякими дедовскими способами. Так. Все разложила, сейчас пойду забрасываться. Осталось спальник, теплообменник, чуть больше, чуть позже установлю теплообменник. Вот. Так, собакин потом здесь сможет полежать. Застеленному здесь. О. Так, теперь надо пока на липучку зацепить, чтобы не мешало. Палатка устанавливается легко в одиночку. Вот с тентом пришлось немножко потрудиться. Для того, чтобы установить его в одиночку, пришлось расстегнуть два замка. Ну и натягивать туда-сюда 10 раз. Вот здесь у меня будет раскладушечка. Там у меня будет теплообменник, столик, где я смогу покушать. Место для собаки есть. Теплообменник, вот выход вот здесь вот размещу. Вот он мой теплообменник, там трубы. В общем, все как у людей. Здесь у меня мои фидера со спиннингами на всякий случай. Здесь у меня еда в теньке стоит. Сейчас минусовая температура. Там то, что не должно испортиться, оно 100% не испортится и не растает. Я там даже масло есть. В прошлый раз все позамерзало. Ну и здесь вот на берегу у меня будет кострище. Здесь у меня закидушки переделанные. Здесь бензобак. Бензопилу надо будет заправить. Гонца отправила сейчас для того, чтобы нашел поваленные деревья, привезет на машине. Мы их здесь распилим, и у нас будут дровишки. Сзади меня сегодня, смотрите, вообще тишь да гладь. Одни елочки, поле. Я надеюсь, что будет не так страшно, как в прошлый раз. Сегодня я хочу попробовать половить хищника, судака и щуку на закидушке. Три закидухи я хочу поставить опарыша с мотылем. Много-много-много. Можно красного. Можно это. Посмотрим. Может что-нибудь. Будем менять, короче, если что. У нас сейчас на Налима уже на сама запрет собирается улететь в мой чехол. Поэтому будем все делать так, чтобы ловить всю другую рыбу. Вот, потому что на рыбалку-то хочется, но не наловить ту, которая сейчас у нас под запретом. Вот. Хочу вот такую вот офигенную сделать кисточку из опарыша. Как я переделала, короче, свои поставушки. Ничего сложного не пришлось переделывать. На судака нужен просто длинный поводок. То есть теперь у меня поводок 70 сантиметров. Это исключает поклевки донной рыбы различные, которые собирают
всяческие там мелочи со дна, вот, и увеличивает вероятность поклевки той рыбы, которая мне сегодня нужна. Так, тут у меня живец, карась, плотва и пискарь. Сейчас сделаем из плотвы и карася филешку и забросим пискарика или плотвичку, может, карасика на живцовую удочку. Я, короче, посмотрела в интернете, на таких филешек ловят судака, причем достаточно активно. Вот, поэтому и мы тоже попробуем. Крючок и на нем филешечка, то, что я сейчас нарезала. Пахнет рыбкой, пахнет вкусненько. Я рассчитываю на то, что что-нибудь нам влетит на это. В таких корягах, в таких деревьях может стоять ясь, щука, судак. Какая красивая елочка, хорошая. Вот. Видите? Вот под такими завалами. Упавшая здесь. Вот. Сегодня у меня будет одна живцовая удочка. Я нашла вот такую вот живцовочку у себя дома. Это еще моего отца. Она такая тяжелая, дубинистая. Называется Трабука Экспандер с невской катушкой. Короче, обычно он использовал, мой отец никогда не ездил на течение ловить рыбу. Вот. Я немножко дооборудовала себе удочку, я поставила тяжелее груз. Смотрите, у меня поплавок вот такой вот огромный. Груз у меня будет такой же тяжелый, как на закидухах. Он ляжет на дно, и тогда я буду видеть поплавок. То есть мы будем устанавливать глубину именно так. Зашла на 2 секунды погреться в палатку. Теплообменник. Опа. Фу. Руки замерзли. Ты что, тебе хорошо здесь, на раскладухе? Конечно, скажи. Вон датчика 2 угарного газа. Пол я сегодня не стелила, естественно, потому что пол у меня с лунками. Вот. Вот так внутри хорошо, тепленько. Руки, потому что замерзли, я тут долго забрасывалась, ходила. А на улице мороз. Все-таки здесь, видите, как хорошо, что здесь морозик.
Не поверите, народ. Сижу на рыбалке, расшариваю свое видео по социальным сетям, чтобы вы не пропускали никаких обновлений, отвечая на комментарии. Только вот сейчас вот произошла публикация с моей рыбалкой о ловле на лима, там, где я поймала большого трофейного язя. Вот, Обожаю эти звуки, обожаю эти звуки природы. Сейчас быстренько, где-то полчаса у меня это займет. Потом пойду дозакидываться и буду готовиться уже к темноте, переодеваться. Погода очень хорошая пока что. Ветер, правда, сильный, ну ничего. Мне писали, как я могу есть столько жира. Друзья, от сала не толстеют. Сало — это просто необыкновенный источник энергии на самом деле. На рыбалке самое то для того, чтобы подкрепиться. У меня еще сегодня будет вечерний сюрприз для всех. Взяла вот такую вот штуковину. Взяла вот такую вот штуковину. Еще прикольные штуки. Короче, будем запускать. Пойду сейчас дозабрасываю все свои закидушки. Я не знаю, получится что-нибудь поймать сегодня или нет. Губу ей пробьем. И вот так вот ее забросим. Эту мадам. Хорошо. Так. Оп. И оп. Так вот. Так. Здесь ты колокольчик делал. Колокольчик мой. Угу. Ой, чуть не упала. Смотрите. Тут такие обрывы. Так опасно все это. Оп. Так. Ну иди сюда, иди. Ставлю все-таки червя, будет длинный поводок, а вдруг какой-нибудь голавль или ясь, а вдруг лещ, почему нет? Хочется же тоже и белой рыбки хорошей, мало ли, всякая жизнь бывает, может, мне повезет. Видите, сколько здесь лапок бобровых. Может, не боброви, не могу, не знаю, чьи. Но это чьи-то лапки, это не наши собаки точно, наши собаки больше. Что-то непонятное у меня тут произошло. Смотрите, как утянуло. Может, что плыло или что? Достянуло. Сейчас посмотрим. О, видите, куда ушло? Наверное, что-то плыло или что? Колокольчик вон. Что, я не поняла. Кто там был? Эти засранцы хотели на меня напасть. Где-то их дети здесь плавают. Малые меня увидели, сразу поплыли. Я не знаю, что на меня. И за ней взрослый лебедь за ними. И такая, типа, я уже смотрю, распушились. Но я чуть-чуть пришлось там, типа, сказать, эй, типа, я вас не буду трогать. Вот, и тоже распушиться. Чтобы они меня тут не отчекинили, блин.
Там, где затишок, уже ледик берется. Видите, какой? О, ничего себе. А мне же надо ставить сюда. Опа, тычечку. Сейчас пескарика отправим в долгое плавание. Давай, чувак. Работай на совесть, так сказать. Оп. Рыбку мне, пожалуйста, какую-нибудь хорошечную. Притяни. Друзья, только услышала, что была поклевка. Смотрите, стянула мою постовушку и вместе с ней колокольчик даже утянуть хотела. Хоп! Кто это там был, интересно? А? Кто это там был такой? А, с ума сойти. Фу, друзья, я напугалась. Опа. Ну вот уже почти село солнце. За то время, пока я установила закидухи, у меня было всего две поклевки. Одна на опарыша с червем, на большой очень крючок, на третьего номера. И вторая на пескаря. На обе холостые. Обе я просто вытянула, и ничего, к сожалению, у меня не было. Вторую на пескаря очень сильно раскрутила и утянула под камыши. День был мороз, а сейчас так вообще телефон моментом замерз, GoPro моментально батарейки замерзают. Только успеваю менять, много не записываю. Вот, чтоб не было одного и того же. Но вот как у меня здесь интересно. Сегодня такой день, больше отдыхаем, чем рыбачим, но я так и хотела, потому что это первая рыбалка в новом 2020 году. Я поздравляю вас всех с прошедшим Новым годом, я поздравляю вас с, наверное, уже для вас прошедшим Рождеством, и надеюсь, что вы со мной сядете, там, допустим, провожать Старый год и будете отмечать Старый Новый год 14 числа, хотя видео выйдет немножко раньше. Давайте выпьем за ваше здоровье. Давайте апельсиновый сок, естественно, вот видите. Давайте выпьем за то, чтобы все ваши рыболовные мечты сбывались. Всем не хвоста, ни чешуи. И больших трофеев в новом 2020 году. Шашлындос, картошечка, огурчики, помидорчики, бутербродики с икрой. Вот это вот обожаю. Это показывала вам, вот делаю сейчас с чесноком, нарублюсь. Ох, какая вкуснятина. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Сейчас покушаем, пойдем проверять закидушки, может где-то что-то подправим. Течение сильное, сносит какого-то фига.
груза даже масса 150-200 грамм. Это очень сложно. Но как есть. Короче, мальчики и девочки, сейчас подожжем с вами. У-ху! Пушка! Огромный такой, блин, круто! Круто, давно всякую фигню не запускали. Ну все. Ну что, на мотыля у нас клюнул пескарь. И мы его оставляем себе на живца. О! Конечно, холод, друзья, собачий. Совсем дуборыльник. Сейчас вот идут ставочки проверять. Рамсюша, Рамс. Не иди вперед. Там могут быть бобры. Бобры здесь, конечно, здоровые, стрёмно. Да и местность такая обрывистая. Упадет с обрыва, вода холодная. Все, пипец, собаки. На одной у меня сейчас вот я снимала, украла пескаря. Украла пескаря. Причем я много раз уже перезабрасывала. Значит, что-то клевало. Значит, что-то клюнуло, возможно. Видите, крючок разогнут. Знаете, почему так цепляют? Я вот раньше не знала. Недавно посмотрела, оказывается, допустим, судак, он заглатывает рыбу с головы, типа берет. Поэтому его ловят именно так. А длиннее поводок делают, чтобы приманка хорошо играла в толще воды. Так, так. Смотрите, сейчас запрет на налима, но влетел налим. Мы его сейчас освободим и, конечно же, отпустим. Вот за вот него можно получить $350 штраф. Как бы да. Все, освободили рыбу и отпускаем ее, естественно. Оп, оп. И он у нас уплыл. Все. Уже снег пошел. Обещают вообще снегопад сейчас ночью. Сейчас еще не то. А ближе к ночи там вообще типа снегопад начнется. Опа.
Друзья, блин, еще один налим. Все. Конечно, это смерть, блин. Это хреново. Что ж вы, друзья мои, клюете? Смотрите, этот побольше даже. Мне кажется, здесь вообще у меня же вес стоял. Ну, какой хороший. Смотрите. Сейчас его высвободим и, конечно же, отпустим. Хочу показать вам, что эта рыба поймана на нарезку из филе плотвы и карася. Так. Иду отпускать. Опачек. Наличика. Опа. Вот и земля помягче стала. Оп. Отпускаем. В общем, сходила я сейчас, проверила свои закидушки. На одну я украла что-то живца. Где-то украла дендробену. Где-то сел налим, но я его, естественно, отпустила, потому что у нас уже сейчас запрет. К сожалению, моя целевая рыба сегодня не клюет, потому что я хотела поймать судака, щуку, может быть, какую-либо белую рыбу. Я рассчитывала, может быть, опять на изяна, голавля. Возможно, на леща. Почему? Потому что рядом, там, где я ловлю, там достаточно есть большая яма в одном из мест на закидухах. И там эхолот показал достаточно много рыбы. Почему ночью, допустим, эта рыба не может выйти из ямы, чтобы покушать, да, к примеру? 4 часа ночи. Пошел мокрый снег. Вот для чего мне нужен тент от осадков, от дождя, видите? Народ, сейчас уже 9 часов утра. Видно, что уже минуса нету на улице. Вот. Ну и я иду, естественно, на разведку. Сейчас будем смотреть. Осматриваюсь, блин, здесь стрёмно все равно, чтобы в поле никого не было, мало ли. Вот. Пойду на разведку смотреть, может, была сработка ночью какая-нибудь. Смотрите, как звонит колокольчик. Ух ты! Сейчас посмотрим, что у нас там. Есть ли что-то? Есть рыба какая-то хорошая. Есть рыба какая-то хорошая. Есть. Я же говорила вам, друзья, зачем я сюда еду. Говорила? Ясьбул ушел, блин, с крючка нельзя было натяжку опускать. Ясьбул. Снова получилось поймать на реке ночью язя, практически из-под берега. И это, если я не ошибаюсь, здесь стояла либо дендробена, либо червь. Классно, классно, друзья. Красота у меня здесь, красота.
завтрак туриста. Ставьте лайк, кто любит завтракать на природе и вообще покушать на природе. Я обожаю кушать на природе. Так хорошо. И здесь все заходит. Прекрасный отдых. Хорошо, в палатке вообще не дует. Ух ты, ребята, еще один олень, блин. Смотрите, какой красавец. Ах, черненький. Ох, какой красивый. Вот такой мальчик. Тихо. Ну, сейчас мы его отпустим. Так. Крючок легко достали, а весь червь остался у него в пасти. Ну, пускай ему будет вкусняшка от нас. И мы его тоже отпускаем. Снимай. Оп. Оп, вон он поплыл под берег сразу. Жалко, что не ези. Вот если бы это клевали ези или лещи или судаки, было бы очень круто. А так налим, шином налим. Налима сейчас нельзя ловить, его все равно нужно отпускать. Получается, все в холостую. Просто за вот этот вот 2018 год прошедший, подождите, 2019, я как-то очень глубоко стала изучать фидер и совсем забыла, что такое рыбалка и отдых. Понимаете? А спортивный фидер, когда ты пытаешься выжать из места все, что ты можешь, он очень сильно отличается от того, как ты можешь просто отдыхать на рыбалке и проводить время в свое удовольствие. Я понимаю, что мне это гораздо легче и круче, чем когда я просто-напросто не могу позволить себе сесть и просто вот туда расслабиться, посмотреть вокруг, потому что я реально за этот год прошедший, я перестала отдыхать. Я только и делала, что ловила, чтобы были красивые видео, чтобы были много... Да, было много рыбы. Но и сейчас была рыба, да, пускай ее было немного. Но зато это был отдых настоящий, понимаете? Все, вот здесь вот стояла палаточка, все убрали. Кому-то останутся дровишки, пускай на здоровье мы напилили. В прошлый раз чьи-то использовали, а кто-нибудь использует, чинит. Теперь наши дровишки, так что на здоровье там, если что.
Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь. Соблюдайте правила рыболовства. Как видите, всего налима мы, естественно, отпустили, потому что сейчас на его, его забирать нельзя, потому что у него идет нерест. И у нас очень большие штрафы в Беларуси. За одну особь можно получить штраф 700 белорусских рублей. Это просто колоссально, что за какую-то маленькую рыбу, которая, между прочим, не так редко клюет на реке, человек платит 700 белорусских рублей. И при этом, нарушая правила дорожного движения, нарушая еще какие-то, совершая административные правонарушения, там штрафы мизерные, 1-2 базовых величины. Я в шоке просто от того, что вот такие у нас запреты, короче. Смотрите мой канал, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Ни хвоста, ни чешуи, с прошедшими новогодними праздниками. Пока!